Поехали. Их здесь вроде бы нет оборонных сооружений, поэтому мы тихо, мирно так, во-первых, вот так, во-вторых, так, 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 ну и так. Захват захватом. Выживать как-то надо. О, это еще что за фигня? Киты, что ли? Киты. Еще часто мне киты попадаются. Ей-богу, лучше б этот. Ребята, а мы-ка остановить. Лучше побольше этих солнечных вспышек. Так, знаете что, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот ты и ты. Стоять. Просто стоять. То все равно толку нету, когда вы пытаетесь перемещаться. Так, по мне вроде бы проехаться не должны, так что пока сейчас все нормально. Чудно. Минус пара мелочи. В теории это будет еще минус мелочь. Ну почти. Кстати говоря, да, точно. Все корабли вот так вот. Ух ты! Слушайте, мужики, а ну-ка скройтесь! Ладно, в принципе, пойдет. А, теперь понятно, почему вы, зараза, двигаться пытаетесь. Motive units fully engaged.
Так, подкрепления не вижу, но... Очень может быть, что там есть еще кто-то. Здравствуйте, господа. Да, по-моему, это все же все. Давайте-ка все вылазьте оттуда, мне нужно, чтобы вы его видели. Что я хочу данных. Вот и отличненько, так я выполнил миссию. Чем меня порадует нашествие Мабадона? Скорее всего, так и будет. Левелов нет, особых потерь тоже. Excellent news, Grape. Sortiaris lies within our grasp. Its resources are ours for the taking. We shall see if the Thousand Suns consider their home of greater import than their holdings in the Webway. Order the fleet to stand in readiness. As you command, Great One. Так. 300 ресурсов, слава, все. На этом все. Так, этот флот пойдет сюда. Достраивать что-нибудь надо где-нибудь? Вроде бы нет. Итак, два флота пойдут туда. Нет, все-таки три. Эти флоты пойдут сюда. Эти флоты пойдут сюда, когда отобьются. А потом из Беляла придут суровые мужики. План, план. Мне этот план нравится. Еще мне нравится план все-таки починиться предварительно. Я вообще не представляю себе. А, да, точно. Я забыл повоевать с этими парнями. Ну что ж, давайте повоюем. Чистый империум. Все-таки как ни крути, компы по-страшному читуют. Ладно, мы готовы, вперед. On the march. What is your command? Inevitable. How may I serve? Так, выяснить, кого к нам черти несут. Тогда уж будут смотреть.
Oh. Okay. I am the dearest spear. Самое гадостное из возможных событий. Мужики технически скрываются. Упс. Ноп. Свою плазму можете оставить при себе. Однако больно. Ладно. Сойдет. Да вы, блин, издеваетесь. Сколько у вас их? Так, это еще что такое, а? Пофиг. Хороший такой пинок. Вот это я уже понимаю. Relocating. I am the
будет больно. Ауч. Он нападет. Ну, в принципе... Идем вот так. Так, с разломом-то всем похорошило, а? Все сконцентрируйтесь туда. Мне нужно, чтобы вы сдохли, господа. Да, слава богу, вот этот бой происходит не там, где не восстанавливаются юниты. Так, последний корабль. Вперед. Сорвите его нафиг. А теперь этот сектор железно наш. Все отлично, все прекрасно. Все, так, тут хорошо, значит. Теперь только терпеть и ждать. Ну, окей. Так, пропускать, я думаю, не буду. Надо будет проследить, что будут творить деятели на свежезахваченных территориях. Поднимать крепость, понятно. Strange. The thousand suns have responded to our provocation, and yet they have not. Explain. They have moved several vessels into position, and yet nothing. It is almost as if they were waiting for something. Then likely they are. We will destroy them all before their plans come to fruition. Such is my decree. Ага. Проведите спецоперацию. Ну, это мы можем, но, я так полагаю, мне туда надо Маркана сначала притащить. Ладно. Я хочу эту штуку. Так, ладно. Ой, господа хорошие. Дети обороняться. Кстати. Тык.
Что тут с ХП? Пойдет. Нормально. Пойдет. Значит, тут спецоперация здесь, это то еще удовольствие. Вот так, это хорошо. Так. Лечит угроза хаоса. Так. Это даст мне прирост. Хорошо. Так, это надо снять. Этот важный объект нельзя развить выше второго уровня. То есть я не смогу получить восстановление войск. Или смогу? Смогу! Войска! Войска! Ха-ха! Офигенно! Медленно, но верно. Ура! У меня есть восстановление войск! А, таким восстановлением, конечно, я много не добьюсь, но... Что поделать? Так, ты? Иди сюда. Начнем с вас. Так, так. А пусть будет легкий крейсер, пофиг. Т-300. Часу доверил бы ли это автобитве. Чертовство бы я выиграл. А так я выиграю. Наверное. Так, ты сквозь астероиды ходить не умеешь, так что... Так, где у нас тут есть хорошее облако? Думаю, на хаоситов по-другому воевать нельзя. А, восстановление войск не на этом флоте. Я понял. Вперед. Так, и еще одно. Враги где-то там. Вы пока притормаживайте. Так, теперь вас можно запускать. Ну что ж, давайте смотреть, чем дело кончится. Оп. Точность на таких расстояниях, конечно, ахтунг, но...
Так, эскорты уже взрываются весьма активно. Так, это... это даже не эскорт ради разнообразия. Интересно. Ну что ж. Yeah. Врагов я, конечно, надыбал много. Так, ну это уже труп. Умирай, сволочь, умирай. Оба. Если вы помрете вдвоем, я ничего не буду иметь против. У нас тут кто-то свалить пытается. Ушел собака. Ладно. Так, отдай данные. Shroud strike complete. Critical damage levied. Так, ой, давай сюда. Motive units fully engaged. Shroud strike successful. Так, где там? Вот так пойдет.
Думал, он сейчас просто сгорит. А его еще расстреляют в дороге. Вообще супер. У вас там больше, чем я думал. Ну, это хорошо. Больше радости и веселья от сферы. Не думал, что тут будет крейсер. Здравствуйте, товарищи. Забрать его. Так. Ну, данные можно считать потерянными. Куда ты там телепортироваться не будешь? Вот вообще никак. Все, из этого угла сектора больше ничего не приедет. Так, теперь важный вопрос. Наезжать не на Желимана или не наезжать? С одной стороны надо, с другой стороны родителей бы еще ход не помешал. Ладно, потерплю еще один ход. Мне и в Эйдолоне есть чем заняться. Тем более, что вот парни на подходах. Цари. 3000. Это будет опять же эпическое состояние на этой, на сфере. А что делать? А что тут дают? Фигня всякая. Ладно, с вами мы разберемся потом. Так, в кадийском секторе вроде бы все в порядке. 6 ходов. О, один ход, серьезно. Ну, здрасте. Давайте вы не будете
так активно на меня нападают, спасибо. Так, сколько ты? 12 ходов сойдет. Нападения нет, нападения нет. С тобой понятно. Это понятно, понятно. Господи, 3 нападения. А чуметь не встать. Я тоже 13 ходов должен, по идее. 12. Пойдет. Пойдет. Так, эти только через 2 хода приедут. А, так, где собирался начинать бой? А, точно, вы. Так, понятно, что вы из апелляциона туда поедете. Ну, давайте посмотрим. Это сражение с крепостью. И кучей, кучей, кучей народа. А у меня еще нет укрытия. Офигеть. О, господи. Ну что ж, будем надеяться, что это сойдет мне с рук. С инерцией должно быть все отлично. Но очевидно, я переоцениваю некронов. Да, дальше я на получше, чем у меня. Вперед. Так.
Так, ты умрешь и так. Концентрируйся с учинением. А, он отступает. Чудно. То, что он отступает, мне на руку. Так, мы уперли мои разведданные, но это не устраивает. Ага, верните, пожалуйста. Ух ты. Раздолбать его. Ладно, пусть бунтует, в общем-то. Пусть сдохнут по дороге. Главное, что они при этом нас не стреляют. Опасная идея. Да, это очень опасная идея. Ладно. Сам идиот. Так, и потихонечку. Так. Кто ты такой? Почему ты там? Скорее всего, ты эскорт, судя по выстрелам. Да. Ты эскорт. Так, давайте-ка так, чтобы я мог нормально хотя бы представлять, в какую сторону я стреляю. They are doomed.
Никаких торпед. Спасибо. Shroud strike successful. Internal damage registered. Ты куда это отступаешь-то? Никаких отступлений. Energy to recall essence. Кажется, это было зря, но долго. Units fully engaged. Inevitable. Так. Ускоряемся. Ладно, я думаю, вызывать опять же смысла не имеет. Coherence. What is your command? They are doomed.
Вертеница нет, конечно. А вот теперь дотянется. Так, я что, по ним не попал, что ли, в итоге? Я счастливо туда запускал эти шарики. Очень странно. Ладно, поехали. Не знаю, по что они там стукались, что их уничтожало, но это как-то подозрительно. Это сильно подозрительно. Кажется, второй эскорт перебили. Ой, черт с ним. Enemy orbital platform silence. Но все же, почему шары не долетали до этого? Странновато будет. Ай-яй-яй-яй. Угу. Так, и очко исследования, соответственно. Которое потрачено на нерушимые тюрели. Потенциал фото от 1000 до 1000. Ну да, это большой апгрейд. Не спорю. Это очень большой апгрейд. Так, ладненько. Туда не пойдут, сюда не пойдут, никто нигде не пойдет. Ждем-с. Ждем-с. Надеюсь, тут никто нечаянно ничего не взорвет.
нечто. Ладно. Сейчас на все сектора нападают все. Еще и, я не знаю, там сквазы прилетят, которых выпилили из сеттинга, но... О! Вы это откуда взялись? Вообще чумели. Ладно. Он. Еще три хода. Ну, обидно как бы. Так, тут норм. Приемлемо. Приемлемо. Отсюда вывод. Мы нападаем. Приварха, черт побери! К этому нужно подготовиться, поэтому... Пойду-ка я найду себе допинг. Там... Я не знаю. Пару хтановых гранат или что-нибудь такое.